Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. 876 славных годов. Гомель сегодня святкует День города. Танцевальная феерия, урочистое открытие 9-го международного фестиваля «Сожский карагод» прошло под девизом «Час выбрал нас». Гоноровый Поляшук 22 вересня у Ляскавичах назовут новые имены уладальников поважанного звания. Наш корреспондент Марина Джалая узгадала лауреатов минулых годов. Лепшие песни у подарунок с днем народжения Гомель повиншавала народная артистка России Валерия. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Гомель сегодня отзначает 876-ю годовину с дня своего заснования. Повиншовать керовництво города и его жихару со святом приехали делегации городов-побратимов. Урочистая встреча прошла у областным громадским культурным центре. Представники делегации рассказали про то, что объединяет города у самых разных кутках света с Гомелем. Обменивались опытом сотрудничества у бизнес-проектах и культурных мероприемствах. Делились пожеланиями по дальнейшей совместной работе. Повиншовать Гомель с днем города, а так само принять удел у 9-м международном фестивале хореографичного мастерства «Сожский карагод» приехали соправдные сябры с 12 краин свету. С особными контакты установлены больше, как 20 годов тому. Некоторые только начинают тесно сотрудничать с Гомелем. Вот лично я, конечно, в Гомель приехала первый раз, но я, в принципе, всю свою жизнь, наверное, мечтала попасть в Беларусь. Это, ну, такое вот, как бы почему-то хотелось приехать сюда, много очень слушаем выступление президента вашего по нашему российскому телевидению. Но непосредственно для чего хотелось приехать? Хотелось посмотреть, как устроена жизнь, потому что очень много слышали, что здесь чистота, порядок такой в городе находится. Ну и не только в городе, но и во всей республике. Я искренне здесь нахожусь как друг и желаю процветания. Я радуюсь так же, как каким-то переменам я радуюсь Чернигове позитивным, точно так же я радуюсь развитию города Гомеля. Концерт с уделом театра Ирины Дорофеевой, фестиваль уличных мастерств, областное свято-кирмаш «Хобби-бум». У каждом районе города свои святочные программы. Гомель запрошая на свято десятками концертных и выставочных пляцовок. И, как завсёды, издивляет оригинальными забавами для горожан разного возраста. Святочную программу у День города открыл музычно-театрализованный пролог на центральной площади Гомеля. Ведомые выконавцы и починающие артисты, выхованцы детячих школ мастерства проставили вокально-танцовку. Танцевальное шоу. Глядачы смогли отчуть себе героями флешмобу, який перенес уродный дворик, дорогий сердцу и знакомый с дятинства. Свой музычный подарунок гомельчанам подрихтовала и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. Компании подлетков, студенты, молодые семьи с детьми и пары поважанного возрасту. Сотни гомельчан пришли на центральную площадь, чтобы стать часткой великого свята. И очень хороший концерт. Да, и, во-первых, ну красиво у нас в городе, вот сами посудите. Ну как не приехать, не посмотреть на эту всю красоту. Мы гуляем каждый день, мы любим свой город, он красивый, его украшают красиво к праздникам, в принципе, он всегда классный. Вот. Ну и с праздником Гомель, людей с праздником, как бы почаще вы устраивать такие мероприятия, чтобы в городе были. Даже небеса улыбаются нашему празднику и так дарят нам замечательную погоду. И пускай каждый день будет таким же солнечным, радостным и ярким. Гостями святочной программы стали представники делегации городов-побратимов. Город над Сожем – цікавы для туристов и бизнес-партнеров, как центр экономичного и культурного життя. Значение культуры вот, для жизни любого, безусловно, города, но и не исключение наш Гомель, очень велико. А назовите мне еще, может быть, несколько городов, у которых столько брендов из сферы культуры. Ну, давайте возьмем тот же Сожский карагод. Он давно стал визитной карточкой всего нашего города. Наше учреждение культуры тоже является одним из брендов самых ярких. Одни танчили и подпевали артистам на сцене, а иншие вырешили пройти по центральных улицах города и стать удельниками интерактивных плясовок. Выставочная зона «Бренды Гомеля» разгорнулась по улице Советской от площади Ленина до улицы Ланге. У оригинальной форме пляцовка представила досягнение працовных коллективов Гомеля. А сквер имя Громыки переутворился у город майстров, где рамесники из разных кутков Беларуси стали удельниками свята кермаша «Хобби-бум». Яны представили сувенирную продукцию с древа, глины, тканины. Тут же все жадающие могли оценить сёлетний урожай винограда и почастоваться солодкими ягодами на кермаши виноградарства.
Фитнес, модные показы и силовый экстрим. Плясовку Лемед университета у День города отдали молоди. Шматгадзинный марафон уключил в себе шмат мероприемств. Спаборництвы по стритболе, выстава гоночных авто и мотоциклов, конкурсы. Центр моды и прыгажусти «Хрустальная нимфа» провел фитнес-фестиваль. Гамельшанам рассказали о правилах здорового харчевания и показали, как привести фигуру парадок у домашних умовах. Выхованцы Центра моды демонстрировали одеяние белорусских брендов. Фитнес-фестиваль, по словам организаторов, будет не одинковым. Напереди шерох подобных мероприемств. Все очень просто. Спорт и красота, они всегда идут рядом, поэтому мы сегодня здесь. И вот такой фестиваль дарим нашему городу. После надышу час выпробования силы и трывалости. 16 гамельчан оспрэчвали звание самого моцного. Спаборництвы по силовым экстриме проходили у двух ваговых категориях – да и свыше 95 килограммов. Практикования, которые пропоновали организаторы, вельми отрозниваются от тех, до яких призвычаились гомельские оселки у спортивных залах. Тут треба подымать бервяно, кантовать шины, утримливать вагу на максимальный час и буксировать трактор. Многие не упершиню выпробовывают свои силы в этом экстремальном споборництве и навод специально рыхтуются, хоть и тяжко знайти придатный инвентарь. Здесь нужны соответствующие условия. Такой покрышки не у каждого в квартире, либо во дворе валяется, и бревна тоже. Трактор, в деревню пару раз ездил, да, таскал. День города объединил людей разных краин и национальностей, подарил незабывные уражения и добрых сябров на долгие годы. Я бы хотел посмотреть все по чуть-чуть, все, что возможно. Я здесь не впервые. Посетил ваш город, наверное, уже более 20 раз. Мне нравится мир, спокойствие. Это небольшой город, но очень тихий и безопасный, очень аккуратный и чистый. Ольга Коновалова, Наталья Каприленко, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». А напередодні Гомелю сколыхнула танцевальная хваля. На центральном стадионе прошла урочистая церемония открытия 9-го международного фестиваля хореографичного мастерства «Сожский карагод». Форум шакали 2 года, и вось он разгорнулся на всю моц. Светкой подеи стала наш корреспондент Евгения Кухаронок. Литерально праз несколько хвилин пошнется самая яскравая подея в культурном житии региона. На стадионе центральный стартует международный фестиваль хореографичного мастерства «Сожский карагод». Глядачи збирают. Журналісти накерували усі свої об'єктиви, фото і відеокамер на головну сцену. Пора й нам до їх долучитися. Святочную программу церемонии открытия танцевального форума вырашили присвятить теме часу и раскрыть, как он уплывает на развитие хореографии. Девиз программы «Час выбирает нас». И на протягу всего вечера на головной сцене годинники – вогненные, песочные, механичные и навод живые. Однако вернемся у самый початок. Первыми выступают выхованцы Гомельской детской хореографичной школы. Затем визитная картка Сожского карагода, массовые выступления. В одном ритме рухаются 600 человек, до яких поступово долучаются танцевальные коллективы. Концертная программа наполнена разностайными спецэффектами. Одно из самых урожальных – вогненное шоу, якое полностью захопило увагу глядачоу. А их было не меньше, як 7 тысяч. Вядома у кожного свои переваги у хореографии. У одной программе представили амаль усе головные танцевальные накерунки. Эстрадные, народные, спортивные, бальные, усходние, классичные и национальные. Надышла шарга познакомиться с удельниками Сожского карагода. На стадион вышли танцевальные коллективы из 10 краин свету. У их лику и конкурсанты турниру по спортивных бальных танцах «Золотая рысь». Глядачи витали аплодисментами гостей из России, Украины, Польши, Сербии, Китая, Греции, Молдовы, Израиля и Азербайджана. Гучными овациями сустракали суайчинников, танцоров из разных регионов Беларуси. Как гостиные господары, организаторы поднесли замежным делегациям почастунки, традиционные белорусские драники. А потом надышел час официального старту масштабного танцевального форума. 9-й международный фестиваль хореографического искусства «Сожский карагод» объявляется открытым. И узнялся стяг фестивалю над сценой, и почалося новое действо. На сцену с творчими номерами почали выходить конкурсанты Сожского карагода, а так само национальные хореографичные и вокальные коллективы из Беларуси, России и Украины.
За 21 год, что у Гомелі кружить сорский карагод, он стал сапраўдным брендом не только областного центра, але и всего региона. За гэты час у ім приняли удел сотни танцевальных коллективов с больш як 20 краин ближнего и далекого замежа. Хто сёлета стане уладальником гран-при фестивалю, стане вядома 16 вересня. У Доме культуры чыгуначніка отбудется закрытие форуму и галаконцерт сорского карагода 2018. Евгения Кухаронак, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель». Працягваем выпуск. У аграгарадку Ляскавічы Петрыкаўскага района рыхтуецца да міжнароднага фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч Палесся», які пройдзе 22 верасня. Свята ладзіцца раз на два гады і збірае сотні майстроў і артыстаў з Беларусі і суседніх краін. Сёлетні фестываль юбілейны, ён адбудзецца ў пяты раз. Падчас урачыстага адкрыцця добрай традыцыі стала правядзенне цырымоніі прысваення званняў «Ганаровы паляшук». Іх атрымліваюць людзі, якія унесли великий уклад в социально-экономичное развитие белорусского Полесья. Новые имена гоноровых Полешуков будут известны простый день. А покуль наш корреспондент Марина Джалая узгадала людей, которые уже носят поважанное звание. 4 года тому первым гоноровым Полешуком стал президент Александр Лукашенко. Такие же звания отримали мастацкий керавник Национального академичного оркестра симфоничной и эстрадной музыки Беларуси Михаил Финберг, директор Центра драуляной скульптуры вёски Тярэбличы Столинского района Иван Супрунчик и генеральный директор Национального парка Припятский Степан Бамбиза. Однозначно он будет в Ляскавичах проводиться, инфраструктура будет разрастаться, мы каждый год добавляем что-то и так далее. Даже это не стоит ставить под сомнение. Радзіма Михайла Фінберга – мазыр. Кіруючы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў вядомым канцэртным аркестрам, ён верай і праўдай служыць беларускай культуры. Уклад народнага артыста ў нашу нацыянальную скарбонку, дакладні ў яе музычна-спеўны «Золаты фонд» прыкметны. Яго імя золатымі літарамі ўпісана ў гісторыю музычнай культуры краіны. Фінберг выхаваў мноства таленавітых музыкантаў і зрываў аплодысменты самых патрабавальных слухачоў. Палюбіў музыку маэстра яшчэ ў раннім дзяцінстве. У родным мазыры ўпершыню пабываў на выступлені духавога аркестра. З тых часоў музыка стала галоўнай справай у яго жыцці. Скончыў музычную школу, пасля сталічную кансерваторыю. Ужо ў 20 гадоў іграў у аркестры беларускага радыё тэлебачання, а ў 23 стаў дырыжорам аркестра сталічнага цырка. Тут адпрацаваў 17 гадоў. Пасля ў яго жыцці з'явіўся дзяржаўны аркестр сімфанічнай музыкі, які стаў нашмат большым проста працай, сям'ёй. Больш як за 30 гадоў працы музычныя праграмы калектыву пачула ўся Беларусь. Шматлікія званні, узнагароды, прэміі і прызнанні даюць Михайлу Фінбергу сілы рухацца далей. Да гонару майстра ён ніколі не забывае сваю малую радзіму. Выхавалі цэлае пакаленне новых людзей, тых людзей, якія будуць захоўваць тую спадчыну, якую ўжо зрабілі тыя, хто быў да нас, і ўжо тыя, хто працуе разам з намі. Мы робім гэта ўсё ад чыстага сэрца і робім так, каб людзі, якія прыйшлі к нам на канцэрт, гэта ўсё разумелі. Наступны ганаровы паляшук, скульптар Іван Супрончык, усё жыццё творыць на Палесі. Адзіны яго інструмент – сякера. Ім ён стварае дзівосныя разныя, а дакладней і сечаныя скульптуры. Для яго родныя Тярэблічы, што на Брэшчыне, цэнтр сусвету. Ён лічыць, што свая зямля і род – дзве галоўныя каштоўнасці чалавека. Скульптар упэўнены, што часцінка душы нашых продкаў жыве і ў нас, і ў гэтых месцах. І людзі абавязаны шанаваць сваю унікальнасць і перадаць яе дзецям. У сваіх працах, апавяданнях, сваім прикладом. Чем богатство человека? Это племя, род и место, где родился человек. Больше нема богатства, ни машина, ни дом. А богатство есть вот это той куточек, где родился человек. На мінулым фестывалі, які прайшоў у 2016 годзе, ганаровымі палешукамі сталі тры вядомыя ўраджэнцы Палесся. Гэта народны артыст Беларусі, мастацкі кіраўнік нацыянальнага акадэмічнага хору імя Тітовіча Міхаіл Дрынеўскі, былы генеральны дырэктар мазырскага НПЗ Анатоль Купрыянаў і старшыня СВК Феадорскі Столінскага района Рыгор Дзямко. Михаил Дрынеўскі родам з вёскі Тоніш Туровскага района. У 1973 годзе стаў галоўным хормайстрам дзяржаўнага народнага хору БССР, а ў 1975 яго мастацкім кіраўніком і галоўным дырыжорам. Пад кіраўніцтвам Дрынеўскага хор стаў знакамітым. У 2002 годзе адным з першых у Беларусі калектыў атрымаў статус нацыянальнага хору. Праз два гады пастановай Савета міністраў Рэспублікі Беларусь нацыянальны акадэмічны народны хор імя Тітовіча названы дзяржаўнай установай культуры.
культури. Зараз його репертуар включає більш за 1500 творів. Щогод повелічується на 30 нових постановок. Особливе місце у творчості займає тема патріотизму і подвигу совєтського народу у Великій Отечній війні. Дринєвський так само створив спеціальні програми церковної академічної музики, які розкривають духовне одинство православних народів Росії і Білорусі. Окрім творчої праці, Михайло Дринєвський активно займається громадською діяльністю. За уклад у політику славянського одинства він узнагороджений медалем Ірини Архіпової Міжнародного союзу музичних діячів у 2007 році у Москві. Полесся – це вельми багатий музичний певчий край. І то, що зробили фестиваль іменно для Полесся, спочатку з усім, а зараз бачите, уже як міжнародний фестиваль, уже з інших країн приїжджають. Це вельми-вельми добре, це теж велика повага до Полешуков. Диплом, бронзову статуетку Полешука і слуцький пояс отримав так само Анатоль Куприянов, який 20 років узначалював Мазирський нафтоперепрацовуючий завод. Такий термін – абсолютний рекорд для керівників подобного рангу. Усього ж нафтоперепрацовуючи він віддав 40 років свого життя. Гэта один з самих авторитетних керівників України, чия праця оцінена узнагородами самого високого узроўню. Ганаровий нафтовік, ганаровий громадянин города Мазыра. За гэты час нафтоперепрацовуючий завод здійснюв велізарний скачок у своїм розвитті. Отримав максимально махчимые выники у якости продукции, наблизился до узровню лепших сусветных вытворчеств. Руководитель, да, он должен способствовать тому, чтобы воплощались в реальность те планы, которые приняты наблюдательным советом, общим собранием акционеров. Но без команды, без специалистов высокого класса невозможно достичь того, что мы достигли. Звання «Ганаровий Поляшук» присвоюється людям, які унесли великий уклад у соціально-економічне розвиття білоруського Полесся, а так само заховання і популяризацію етнокультурних традицій гэтага регіону. Високе звання отримлюють не просто виходці Полесся, а ті, хто сповна ділиться з їм талентом і даром, отриманими при народженні. Марина Джалая, телерадіокомпанія «Гомель». Сёння ў нашай краіне адзначаецца Дзень бібліятэк. Гэта таксама прафесійнае свята іх супрацоўнікаў. У Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна да яго прысвяцілі мерапрыемства пад назвай «Ноч класікаў». 2018 год багаты на юбілейныя даты класікаў літаратуры, музыкі і мастацтва. Гэта і стала нагодай для выбару тэматыкі бібліяночы. Прывітальныя словы атрымалі акцёры ў вобразах Пушкіна, Лермонтава і Ахматавай. Усіх прысутных яны называ книголюбами 18-го года 21-го стагоддзя, а сами размаўлялі вершами. Цікавое действо отбывалось и у стенах библиотеки. Для наведвальников подрыхтавали фотозоны, квесты, уроки классичного танца. И отменили на гэты вечер одно из головных правил знаходжання у библиотеки – тишиню. Действо сопровождала классичная музыка. Наша библиотека является прекрасным примером того, какой должна быть классическая библиотека в лучшем представлении. Сейчас очень много трансформируется библиотека, они выглядят совершенно по-разному и пытаются привлечь всяческими способами читателей к себе в библиотеку. А мы такая классическая библиотека, и поэтому очень хорошо подошла концепция классической ночи, в которой мы вспомнили всех лучших авторов книг, которых находятся у нас в фондах, лучшую музыку и поэзию, которая также находится у нас в различных фондах и отделах библиотеки. Шэраг святочных мерапрыемстваў у Гомелі сёння працягнуў вялікі канцэрт на цэнтральным стадыёне. Павіншаваць горад з днём нараджэння прыехала народная артыстка Расіі Валерія. Канцэрт Валерыі стаў сапраўдным падарункам для гамельчан, да ўсяго ж і доўгачаканым. 5 год прайшло з мінулага візіту спявачкі ў Гомель. Першая песня – «Космас», новы хіт Валерыі. Аднак слухачы ведаюць кожнае слова і падпяваюць. Так же, как и плыть под одним наедине. Это так же, как искать на двоих одно. Это так же, как молчать, понимая все без слов. Это все как у праграме і добра вядомыя песні, і зусім новыя. Падчас перапынкаў Валерыя з тёплымі словамі звяртаецца да гамельчан. Я, конечно, поздравляю вас с прекрасным праздником, с днём рождения вашего замечательного города. Я желаю каждому из вас и всем его жителям
процветания, благополучия, радости побольше в жизни, успехов. Пусть все у вас будет хорошо. Правда, я вам это искренне от всей души желаю. Спявачка отзначила, что для этого концерта подобрала особливый репертуар и нават пораила усім жадаючым уставать с места и танцевать от души. Такая створанная Валерией сябровская атмосфера захавалася до апошней хвилины концерта. За кулисами увесь гэты час артистку подтримливал муж, продюсер Иосиф Прыгожин. Как оказалось, он заўсёды сопровождает свою другую половинку у концертных турах. Евгения Кухаронак, Александр Лупиненко, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи у эфира.